Всем привет, с вами это Рафт. Мы продолжаем проходить эту игру. Спустя месяц, как только вышел последний выпуск, прошел месяц, действительно, записывал я его 21 сентября. 21 сентября я его записывал, потом я уехал очень далеко и надолго, потом приехал, он вышел спустя несколько недель, и с того момента прошел уже месяц. В общем-то, ладно, под елочку тебе тут Рафт выйдет, поэтому ты меня понял. Ладно, у нас все очень плохо по еде, у нас все прям... Вообще хреново по еде. Там что-то наш индюк прыгает, какие-то яйца нам несет. Яйца ничего путного не дают. У меня тоже нету воды, считай. Давай попьем, все наполним, мы пойдем. И пойдем исследовать этот остров. Я вообще не помню, что было. Я не помню, что было до этого. А что было уже, наоборот, я не помню, что было в первом выпуске. Не помню, что и было до этого тем более. Да это не нужно, наверное, уже. Все, что нужно, если что, будет здесь. А я в этом более... Что это такое? Вот так вот, наверное, будет получше. Какой-то маленький DPI был, видать. Хотя я не знаю, как на этой мышке он настраивается. В общем, без понятия. Ладно, окей. Это есть. Это и что у нас по идее вообще? У нас по идее есть какие-то объедки. Их можно в целом сожрать. В целом, наверное, давайте прямо сейчас их съедим. Да, они дают неплохо. Они дают воду. Бляха, ну ладно. Воду такую. Так, у меня тут что, уже кто-то плод отгрыз? Вы что творите-то? Так, давай посмотрим, что у меня есть по сундукам, и пойдем, потому что пока я не посмотрел, что у меня есть по сундукам, я никуда не пойду, потому что мне нужно узнать, на что мне жить. Так, ну в целом неплохо, есть какие-то, есть это, есть вот это, есть досочки. Собственно, опа, тихо, да я обойду, мне потому что нужно точно ударить. Опа, нормально. Сразу двух! Или она размножилась? Нет, она одна, блин, жалко. Окей, хорошо, есть еще два окорочка у меня есть. Можно будет пожарить, сможно. Угу. Так, сразу же вот эту штуку, типа всяких этих перьев я выкидываю, потому что оно нам не надо. Оно нам не надо, но оно вообще не усралось. Поэтому, так, картошка. Картошка готова или нет? Да, готова. Да, я ее соберу, я не буду ничего сажать. Я просто спокойно это все уберу в сундук. Так, тут мы все видели. Здесь у нас лежат с собой доски, какой-то пластик. Так, картофан уберу вот сюда. У меня есть пчелиные соты, полно какой-то кожи, биотоплива. Насчет биотоплива всяких этих, не пишите мне пока про это. Этим всем я заниматься не буду. Пока что не до этого. Всякие пальмы, твою-то мать, у меня их опять сколько много-то. Весла. И прочее. Ладно, хорошо. А что у меня было на четверке? Того, что сломалось. Топор, наверное, был. Он у меня сломался, я на него, собственно, забил. Ладно. Хорошо, поехали, посмотрим. Писали еще насчет... я не помню, я на остров-то сам забирался. По-моему, ни черта не забирался на него. Писали, знаешь, про чем? Про то, чтобы я посмотрел... как интересно. Писали, чтобы я посмотрел про руду. Какую то ли никелевую, то ли титановую. Про титановую руду написали, что она добывается из металлоискателей какими-то ящиками. Ну окей, собственно, это я вроде более-менее помнил, это я вроде более-менее знал. Ладно. Я не помню, честно признаться, но по-моему мы тут что-то бегали. Просто ради того, чтобы пробежаться мы тут бегали. И все, больше ничего мы тут не занимались с тобой. Но займемся сейчас, особо не парит. Так, в целом я уже вижу штуку зиплайн, чтобы подняться туда. Я уже даже на самом деле не знаю, как тут подниматься-то. Ну ладно, по зиплайну там и спустимся. Какой-то кран. Еще херня. Ладно. Ладно, хорошо. Вроде как мы ходили здесь. Наверное. Может и нет. Так, ладно, это все дело не открывается. Это все дело не открывается, надо искать пути. Надо искать пути, надо искать проходы. Так, ну хорошо. Третья глава, тебе напоминаю. Тем временем, это третья глава. Заключительная. Так. Я еще раз обойду, но не лишнее будет в любом случае, хотя мне кажется лишнее, потому что здесь кроме всякой параши больше ничего нету. Ну да ладно. Собственно, да. Так, я уже вижу здесь какую-то балку, не зря она лежит на этот экскаватор, поэтому мне кажется, по ней можно будет подняться спокойно сейчас. Их серьезно. Блин, ну тут такие эти уродские прыжки. А я не допрыгну, скорее всего.
Не, допрыгнул, ладно. Угу. Началось. О! Отлично. Вчера приплыл псих, который разговаривал с куклами. Их споры меня изрядно позабавили. Пожалуй, мне тоже не хватает общения. Мужик забрался на самый верх, со спутниковой тарелки. Он звал по радио какую-то Астрид. Мне показалось безуспешно. Неловко признаваться, но я спер одну из его кукол. Ее зовут Миранда. Этот кукловод уплыл час назад, а до этого везде не стерил. Ха, странный народ пошел. Хорошо. Ладно. Это нам не надо, это нам не важно. Я не помню, честно признаться, уже дельного сюжета. Ни хрена себе, я тут записок напропускал. Или это с Таганрогом там вообще пропустил что-то. Короче, ладно. Если что, если что-то тоже не особо важно, так просто в дополнение. Ну вот я же тебе говорю, началось. Сейчас будем с тобой 10 лет блуждать. 10 лет что-то прыгать, что-то искать, что-то смотреть. Как не прыгать-то? Шифтом без шифта. Прыгать-то как? Скажите мне, пожалуйста. Так, тихо, угомонись. Опа. Все, нормас. Опа. Так, ладно, окей. Да, блин. Так, он может допрыгнуть, ладно. Он может допрыгнуть, просто проблема в том, чтобы мне потом дальше там не упасть нигде. Потому что тут еще, это еще не все балки. Да, мне надо еще на ту как-то запрыгнуть. Каким-то образом. Прыжки здесь так и не сделали. Вот как вот, вот как помню, как вот они были отвратительно написаны и сделаны в самом начале этой игры. 100 тысяч миллионов лет назад. Причем даже не утрирую. О, как интересно. О, как интересно. О, как интересно, обе сразу меня тут встречают. Тихо. Опа. До свидания. До... А! Спокойно. Давай отсюда. Ну, мы это мы помним с тобой. Это мы с тобой помним. Ага, давай-ка. Опа. До свидания. Это мы с тобой все помним, это мы с тобой все делали 10 миллионов тоже, собственно, лет назад. Можно мне, пожалуйста, мясо? Мясо будет. У меня, кстати, есть почему-то крысиное мясо. Возможно, я их уже тут убивал. Здесь они, возможно, уже были, я не помню просто. Так, допустим. Я надеюсь, это все, и больше никаких дебильных прыжков не будет. Ну, подобных хотя бы. Потому что это правда какая-то ересь. О! Видал, какой плод? Здоровый. Писали там еще про какую-то то ли большую акулу. Я сам, честно признаться, краем глаза видел где-то на каких-то постерах. Какую-то здоровую акулу. Писали, что она будет здесь. Ну, думаю, это ладно. В любом случае, не писали, где именно, поэтому... Я думал, кит проплывает. Поэтому... Интересно, человеку может здесь отсюда вас завалить? Да, наверное, может, только из лука. А, это, наверное, лук у меня был. И он у меня сломался. Между прочим, ну не помешало бы обзавестись луком. Сделать его, в принципе. Потому что... На дальней дистанции стрелять будет. На дальней дистанции логично. Он бьет. Твою ж там мать, а. Нормально, повезло. Я надеюсь, что все, один раз и спускаться ни зачем нам не нужно будет. Один раз пришел, посмотрел, ушел. Я искренне на это надеюсь, потому что иначе. Ну вот что это? Нормально. Что-то сегодня. Да ну нет, это нереально, чувак. А. Все, ладно, слава богу. Ага, давай-ка. Ну что против таких вот уродов еще бороться с расстояния? Лук бы не помешал. Так, а мне бы не упасть вниз, когда я буду от нее отходить. Спокойно. Да спокойно. Все вот так вот. Сколько ударов-то надо? Я так и что-то не замечаю. 3, 4, 3, по-моему. 3 на маленьких, 4 на больших. Да ты... Что с тобой происходит-то? Спасибо. Так, все, я вижу лестницу более-менее. Опа, гнездо. Ничего. Насчет записок. Говорю еще раз. Я, наверное, говорил это уже, но, по крайней мере, в мыслях у меня это точно было. Я не буду за ними бегать. Я не буду их искать. Опа, вот это вот, пожалуй, возьму. Я не буду их искать. Я не буду что-то пытаться где-то их выкроить. Быстрее возвращаться, тем более уж куда-то точно. У нас есть главное с тобой записки. Это с координатами. Все. Дальнейший сюжет мы изучаем с тобой самостоятельно. Поэтому в том, что мы бегаем за записками, в этом просто не будет никакого смысла, а времени мы потеряем в 2 раза больше. Так, а у меня с тобой еда заканчивается, вот в чем. Но у нас она есть на первое время.
Главное обстоятельство вот эту комнату, которая наверху, чтобы к ней больше не возвращаться никогда. Так, это у нас, собственно... Твою ж-то мать. Ну, собственно, вниз. Опа, я думал, как записка. Естественно, по возможности их не пропускать, конечно, тоже нужно, но бегать за ними я не хочу. Так, тут чуечки и записки. Так, не работает. Требуется ключ журавля. Подъемный кран называется журавлем? Или это, ну, это не подъемный, нет, это подъемный кран. Это ключ журавля. Где я тебе его достану? Все? Тут даже записок нету никаких. Ладно, не будем до талого ждать, поедим. В жопу лучше поесть. Так, ну ладно, наверное, на том, либо там еще какой-то квест будет. 1, 2, 3. А, еще выше можно подняться, ни хрена. Пойдем. Конечно, не очень будет, если мы прям вообще все записки прошляпим. Но мне кажется, такого не будет, это раз. Да и... Их! Это Dying Light пошел какой-то. Я помню этот ужас. Когда надо было по крану прыгать, как я не знаю кто, как это... Какой-то сайгак там херачишь. О, кокос. Сидим. Писали, что я дерево посадил у себя на плоту. Тоже нет в этом никакого смысла на самом-то деле, потому что дает оно с гульки нос. Придется расти 20 миллионов деревьев, ждать 20 миллионов лет. Это что? Чертеж электрогриль. А он мне зачем, собственно? Еще одна сосательная станция для батареек. Записочка. Лодки ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Наверное, потому что я краду их жалкие пожитки. Наверное. Сегодня был какой-то мужик и мальчишка, Рубин и Детта. Они попали в шторм, надо было получить припасы. Когда они уснули, я стырил у них целый набор инструментов. Примитивные, конечно, зато рабочие. Утром они так взбесили, что сразу отчалили. Вот умора. Подожди, Граббер, это же не имя. Граббер, по-моему, так и переводится, как грабитель. Ну, урод, короче, какой-то. Так, вижу уже сундук. Ну, думаю, все. Мы с тобой закончим. Сейчас сразу же я сплаваю на ту станцию. Не буду, типа, ночь и ночь, ну и хрен с ней. Потому что потом еще раз прыгать вот по вот этим вот маршрутам я не хочу. Вообще абсолютно. Ни грамма, никак. То, наверное, тоже может как-то подняться 100%. Да, там есть лестница еще. Пошли. Тут подскакивают имена. Возможно, они как-то фигурировали в предыдущих частях. Но я не помню этого. Это все было больше 2 лет назад, чувак. О чем вообще тут речь может идти? Так, опа, еще один ящик. О, неплохо. Вы бы мне лучше, чуваки, бы еды давали, потому что с едой напряженка. Никого нету нигде. Невозможно открыть, невозможно. Угу. Угу. Ладно, могу скатиться по зиплайну. Все, тут больше нет ничего. Нет, скорее всего, не могу, какой-то трос сильно толстый, подозрительно. Да, не могу, ладно. Ну хорошо, пошли по лестнице. Хорошо, пошли по лестнице. Сразу сейчас сходим на вторую часть этого острова. Ну как острова, развалины какие-то. А. Так, вот тут осторожно. А хотя пофиг. Здесь еще более-менее все цивильно. Так. Это вторая часть крана. Вон туда нам надо. А вот это типа как-то работает? Или просто диплайн типа подчеркивает? Ладно, поехали. Ну окей. Ну окей. Так, хорошо. Здесь по-любому что-то должно быть, потому что больше здесь брать нечего. Туалеты всякие. Ну вот в этих кучах вряд ли что-то будет. Так, ну тут тоже, судя по всему, опять начинаются вот эти вот Индиана Джоновские прыжки. Ну конечно. Слушай, тут же 100% должно что-то быть, иначе нахрена это сделали. Ну либо тут что-то под водой еще есть. Наверное, да, кстати. Здесь может быть что-то есть еще под водой. Но я не знаю, я не уверен.
Так. И что? Опять? Да ну не, вряд ли. Нет, тут ничего больше нету. Серьезно, а нахрена тогда оно надо было? Мне нужно найти уже две вещи. Это ключ от журавля. И... Это вот это чудо... А, да, я прилетел на него. Окей, ключ от журавля мне нужен. А, ну и все пока. Да, там он под водой какая-то... О, медузы. Там под водой какая-то уже какая-то херня творит. Ну, конечно. Что это такое? Медузы. Медуза, собака. Они бьются? По-любому. А, ну да, все, тут здесь полно всяких кратеров, расщелин. Все это где-то здесь, ладно. Это где-то здесь. Я тебе предлагаю. Тысячи миллионов раз уже писали про то, что у меня есть удочка. Да я ее сам видел в начале. Поэтому давай сейчас немножко порыбачим, наверное. Потому что у нас нету еды совсем. Так, а я хоть правильно плыву-то? Где мой плод-то? Не понял. С другой вообще стороны? Что за хрень? Да? Искусственный подплыл-то. Это он? Да, это он. Ну и отлично. Так, вниз давай. Сейчас эта тварь будет нападать. Слушай, главное, чтоб Никит вылез. Главное, чтоб Никит, потому что я умру на месте от инфаркта сразу же. Где она? А! Твою ж мать! Напала собака такая. Все, спокойно. Сейчас будет грызть. Аккуратно. Ну давай. Ну. Я почти копье сломал. Ну мне ладно, у меня есть еще это моя шпага. Шпага, которая мачете. Ну давай. Нет? Да по-любому. Вот где? Вот где? А ты собака какая? Она все на все на мой мотор метит. Все на мой мотор метит, собака такая. Ладно. У нас есть мясо с тобой. У нас есть с тобой немножко мяса. Пока будут крысы, будет еда. Крыс не будет, ничего не будет. Так, у меня есть еще что? У меня есть, во-первых, попить надо. У меня есть, во-первых, надо попить. Так, я сразу же вылью. А нахрена ты это сделал, собственно? Ну, правильно, правильно. А, я... Какой молодец. Все правильно, я думал, там есть у меня еще выпреснитель чуть-чуть. Так, у меня есть чертеж электрогриль. Его вообще не к спеху, вот как есть пока что. И его я сразу выкину. Это прям вообще не к спеху, прям вообще ни разу. Оно нам пока что не сдалось. С таким количеством ресурсов. У меня только стекла до хрена. И все, больше у меня ничего нету. Тут есть хлам? Этот хлам, здесь на других сундуках. Значит, он в других сундуках. Ну ладно, мы сейчас с тобой полезем смотреть. А что, кожу теперь не дают за это, за крыс? Жал. Жал. Ладно. Так, удочка. Удочка, давай немножко половим рыбу. Чтобы не было все это плохо. Шарниров у меня полно. Помнится, когда-то я за ними прям очень сильно гонялся, потому что от них очень много чего зависело. От них, считай, зависели очень много каких-то, ну, таких... Нужных, железных. Ну, нужны железные утвари. Ну-ка, поймаем камбалу вот эту вот, плавучую. Собака такая. Поймается что-нибудь? О, нифига себе. А что выбрать наживку? Да! Да нафиг оно надо такое. Там что-то, я даже что-то не вдумался. Что? Подожди, пока тянется. Да... Это что? За что? X0, X0, X0. А, это их можно находить, судя по всему. Но вряд ли крафтить, потому что я такого не видел. Я бы запомнил. Хотя бы я рыбы 3 себе наловлю, чтобы можно было есть спокойно. И не париться особо над этим. Опа.
Ну. Ну давай, вот и так. Немножко половили рыбы, расслабились, потому что рыбалка что? Правильно, расслабляет. Так. Это все есть у нас. Пожарим, у нас какой-то есть лещ. По-моему, раньше другая какая-то рыба была. Но он уже просто ее не поймал. Так, окей, три лесча у нас есть. Так, у меня еще есть этот. У меня еще есть хлам. Куда ты его сюда-то? Я хотел его вот сюда переместить. Ладно. Так, все более-менее структурировано. Вот это мне надо убрать куда-то. Наверное, вот сюда. По-моему, у меня больше нету крюков. Нигде. Точно нету крюков? Не должно быть. Их и нету, собственно. Так, дай-ка я возьму досок немножко. Возьму немножко досок. Добавлю вот сюда, потому что моему сердцу тут уже очень много не хватает. Здесь все есть? Здесь все есть. Это я так, на всякий случай. Чтобы совсем уж плохо не было. Отлично, так. Лещи у нас есть. Давай еще, наверное, наловим, да? Ну сколько? Двоих? Троих? Ну что, давай, сейчас посмотрим, короче. Как минимум одного я уже закинул. Одного я уже закинул. И закину, собственно, сейчас себе немножко в топку. Леща. И пойдем исследовать с тобой внизу, что там происходит. Потому что там и так темно. А, сырая сельдь, да, тут разные виды рыб есть. Хорошо. По крайней мере, два точно. Потому что ночью это сделать будет невозможно, нереально. Вот это вот, я бы тебя сейчас с этой удочкой, знаешь, что бы сделал? Вот не надо знать тебе об этом, потому что ты бы испугалась. Вот. О, сырая зубатка. Неплохо, неплохо, неплохо. Все хоть какая-то еда будет, потому что сейчас напряженка очень сильная с едой. Но вот эту камбалу убью, допустим, там сколько мяса она дает? 6 или 4? 6, по-моему, или 4. Не помню. Ну, 6, наверное, слишком жирно. Я что-то... Что-то я не то немножко сказал. 6, наверное, слишком жирно. Может, этот крюк пока убрать нафиг, а? Потому что, ну, он правда, он... Нифига! А я не могу? Не могу. Тут-то да. Зубатка. Ты что, с ума сошел? Так это... Сом наш. 100%. Так, у тебя что? Ты опять плаваешь, что ли? Да что ж ты будешь делать? Что ж ты так все плохо-то? Он плавает, он из-за этого не жрет и может сдохнуть. А я могу как-нибудь это не заметить. Ну капец, ну как так-то? Ё-моё. Так. Пить. Срочно. Быстро. Так, все остальное вылью в поливалку. Все остальное я вылью в поливалку. Нифига себе. Наполняется с одного типа залива. Ну вот с этого. Ну ты понял меня. Нифига себе. Поворот. Ни хрена на тебя надо досок. Ты что, с ума что ли сошла? Она очень невыгодная. Если она еще не питательна, то это вообще ужас. Так, что можно пока убрать? Удочку. Удочку можно, в принципе, убрать, потому что сейчас она сейчас не нужна. Давай я уберу нахрен крюк. Он мне пока что не нужен. Вот он мне пока вообще не сдался. Никак. Так, мясо, мясо, рыба. Ты долго будешь готовиться? Ты что? С ума что ли сошел, усатый? Спасибо. Ни хрена ее можно жрать. Жрать и обожраться. Так. Ага. Так вот сделаем пока. Оп, ешечка. И девяточка. Оп, ешечка. И селедочка. Так. Сейчас нормально дождем. Могу пока съесть мясо этого крысиного. Да давай я полностью туда заправлюсь. У меня есть еще рыба. Вон на этой зубатке можно месяц жить. Я надеюсь, что она питательная, потому что если она не питательная, то это вообще столько досок, типа, она очень долго готовится. Эти вон рыбы за секунду приготовят. Ну, конечно, что там готовится -то? Вот где? У меня настолько огромный плод, что я... Ах! Собака какая! Вот так-то. Вот и акулка подошла. Ладно, по идее, все нормально. Услышали, как говорится. Так, голову я не собираю. Голову не собираю, голову не надо собирать. Так. Нифига, 10% здоровья стало, оставила. То есть она примерно по укусу за 10%... Ой, по 10% за укус снимает. Так, пока нам не надо. Готовьте, пожалуйста, немножко побыстрее, потому что... Так, пресной водой наполняю. Это все забираю. Да, 4. Размечтался, тоже мне 6. Так,
Окей, это пока сюда кладу. Вот это вот. И вот это вот. Все, это я поношу немножко с собой. Доски. Что с досками будем делать? Уберем? Наверное, да. Потому что они мне не нужны. Что они мне не нужны. Все, еда более-менее есть. Я его сюда все уберу. Вот так вот. Куда? Ё-моё. Так, я ее все уберу вот сюда вот. Сейчас я поменяю так, чтобы было более-менее красивенько. Все. И в целом, то есть, в инвентаре ничего лишнего. Я почему сделал именно так сейчас? Потому что мне проще будет. Что у меня вот именно вот это вот, на вот этих цифрах. Иначе я просто забуду. Иначе, ну я не то, что забуду, буду мискликать туда-сюда. Так, блин, а мне, наверное, нужно будет сделать этот баллон газовый. Тьфу, газовый, ты понял меня. Ласты и маску, короче, по-русски. И об этом мне, кстати, писали, я вот что вспомнил. Здесь без этого тяжко. Плюс у меня еще инструменты полуполоманы. А там, я так понял, есть с кем посражаться. Там одни медузы эти чувствуют, наверное, не придется бить. Наверное, тут нужно будет еще и лук сделать. Ой, капец, короче. Ладно. Я надеюсь, мы сегодня что-то начнем делать, потому что если мы не начнем, мы опять всю серию просто либо прокрафтим, либо что-нибудь еще какую-нибудь херню прозанимаемся. А, там есть воздушные карманы, ладно. В целом тогда можно, думаю, пожить чуть-чуть будет. Это, я так понял, вообще какой-то дом был, да, он просто ушел под воду. Ну, типа, да, было великое вот это вот, как оно называется-то, Великий потоп. Нет, Великий потоп это не то. Я не знаю, что было в игре. Тоже был какой-то потоп, но не великий. Ой, плыви, пожалуйста, побыстрее, потому что если начну задыхаться, мне нужен воздушный карман. Давай. Более-менее быстро. Кстати, тут есть водоросли, а мне нужно, по-моему, на акваланг. Ну, он зеленый, поэтому, наверное, мне нужно на него что-то. Ну, вот что-то типа такого. Он зеленый, потому что. Это что? Это акула большая, по-любому, это она. Я тебе гарантирую, сейчас выплывет. Твою мать. Просто писали, что она здесь. Ну, где именно, бог ее знает. Но сейчас она выплывет, короче, по-любому. Тут куда-то зайти-то вообще можно, тут никаких тут нету дырок. Битых стекол нет, вообще ничего нету. Так, ну воздушные карманы пока спасают. Это ненадолго, мне кажется, потому что придется, наверное, заплывать куда-то в здание, там, наверное, их не будет. Это логично. Медузы опять. Вы-то не деретесь? Ну, одни вроде не дерутся. Что, правда, о! Есть куда заплывать, вру. Сейчас я немножко дай схвачу воздуха. Заплывать есть куда. Там, по-моему, сейчас нужно будет... Ну, смотри, что происходит, зараза. Или это вулкан какой-то подводный? А вы... А, ну они меня будут бить, это логично. А, они ни хрена, они только сверху. Или... А, бляха. Это окно, твою мать. Да, они дерутся. А как же вас отогнать? Ладно, сейчас попробуем их ударить. А быстрей! Короче, не, без акваланга здесь вообще делать нечего. Даже вот с этими воздушными карманами очень долго мы умрем. Они не бьются, да? Они не бьются, но бьют очень хорошо меня. Так, окей, вот тут, собственно, есть проход куда-то. Я надеюсь, там есть... Да, там есть воздух, отлично. Все, окей, одну проблему решили. Опа! Спокойно, аккуратно, весело, приятно. Это что такое? Это ловушки? А кто такой добрый? Грабер этот? Или кто он там, блин? А, заперт с другой стороны, молодец какой я. Я еще и обжарился. То есть тут тоже делать... А, нет, есть что. Окей, тихо. Тихо, 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 тихо. Блин, даже на каком миллиметраже надо проходить, чтобы здесь не задело ни обо что. Да тихо. Пройди спокойно. Так, ладно. Опять что ли в воду лезть? Так, ладно, еда, вода в порядке, да и запасы есть.
и все? Ну и зачем я сюда залез? Посмотри. А, нет. Ты что делаешь-то? Твою мать. Я уж думал все. Так, ладно, окей, здесь еще есть куда пройти можно. Ладно. Еще все не так плохо. Наверное. А, так, а, собственно, это мой... Это... Я почему-то подумал, что я снизу пришел. Ну ладно. Я почему-то еще подумал, что я пришел снизу. Ну тут больше дела... Молодец. Сейчас давай мы что-то будем 10 лет будем здесь прыгать. Ну нет, ну короче, нужен акваланг с тобой. Ему бы нужно... Да что ж такое-то? Что тут, что-то есть? Я что-то забрал, сундук. Откуда я его там забирал? Ну, короче, ты меня понял. Здесь особо просто так делать нечего. Тут либо нужно крафтить акваланг, правда. Либо что-то делать вот этими толчками. Это по-любому акула здоровая. Я не помню даже, как она выглядит. Я просто помню, что какая-то большая здоровая акула. Она типа то ли, ну, функцию босса выполняет. Ой, спасибо большое. Спасибо. Ладно. Все, аккуратно. Все. Нормально. Там что, уже темнеет, что ли? Да почему? Так, и, собственно, куда дальше-то? А, погоди-ка, есть куда? Слушай, я, наверное, я умру здесь, потому что... Очень мало кислорода у меня. Тут есть воздушный карман? Ой, очень далеко он, я не успею. Это, все, это выпил. До свидания. А, нет, есть поближе. Окей. Но все равно я потеряю хп-шку. Ой, как еще я ее как быстро теряю, да быстрее давай. Да все, на, подыши. Так, и чё? И куда? Вот где я был, ты помнишь? Я нет. А, вот здесь, наверное, где-то. Хотя я... Да, вот здесь я, блин, был внизу, снизу. Я его не увидел. Блин, ну нет, так, короче, дела не делают. Надо срочно делать маску и ласты. Маску, чтобы дышать, ласты, чтобы быстрее плыть. Потому что, ну, это правда продолжаться больше не может. Ладно, все, нам тут больше делать нечего, поплыли наверх. А мы, скорее всего, с тобой не успеем. Потому что вверх сильно далеко. Он пипец как далеко. Или нет? Или нет, нормально. Все, я уже в своих этих водах. Более-менее, отлично. Так, и где я? Где мой плод? Вон он. Так, там, поди, уже эта тварь заспавнилась заново, 100%. Нужно делать, чувак, акваланг. Нужно, чувак, делать акваланг. Без него будет очень туго. А, это что сейчас было? Какой-то свет. Ладно, это разберемся потом. Это мы с тобой разберемся потом. Надо сделать акваланг. Хотя, я не знаю, вероятнее всего, у меня сейчас на него просто ничего не хватит. Хотя у меня вроде-таки были какие-то водоросли. Но по-любому делать из водорослей, из чего-то еще. Ну что еще может маска делаться? Из стекла? Из пластика, наверное. Давай просто посмотрим. Вот. Снаряжение. Кислородный баллон. Ну да. Сок лианы 5, но у меня хватит. А ласты чё? Сок лианы 5. Короче, мне нужно... А, еще и водоросли тебе подавай сами. Так, мне нужно 10 сока лианы и 6 водорослей. Это пока что... Это вот я больше не буду ничего смотреть, потому что сейчас запутаемся. О, как! Интересно. У меня 8 водорослей. А, ну мне хватит, я все сделал. Отлично. На запасах и выдержали только. Так делать нельзя. Так делать не надо. Так делать не надо, иначе все будет плохо. На запасах-то это какая-то херня, по-моему.
Так, попить надо немножко. Надо немножко попить. Так, все, акула исчезла. Сейчас она будет уже подгрызать мою плотину. Мне кажется, сейчас есть вариант вообще посадить, такой неплохой вариант посадить немножечко картошечки. Все, по мясу все неплохо, по еде в смысле. Все очень даже. Сейчас все посадим картошку, если нам повезет, прилетит этот пернатая тварь, и мы ее убьем. Что я хочу сделать здесь? А, да, точно, я хочу положить шарниры. Раз. Рецепты, опять же, мне писали, что сделал котелок. Да, возможно, это целесообразно, но не сейчас точно. Охраните где-то. Ну-ка, подожди, а у меня это вообще сохранены рецепты? Где-нибудь хотя бы. Хоть парочка. Ну да, сохранен один. Ну давай, ладно, сюда его брошу. Если места будет дико не хватать, я это выброшу, конечно, все. Но места должно хватить, потому что у меня там еще есть огромный шкаф. Если что, я сделаю еще один. Типа, ну... Что-нибудь есть пресная вода? Нормально, приснилось. Сразу же дольем, чтобы потом полный бак не заправить. Полный бак водички. Ну и, собственно, все. Три картошины осталось. В остальном все. Так, у меня хватает. Давай, допустим, мне нужно 8 пластика и 4 веревки. Веревки вообще не проблема, потому что у меня херва гора пальмовых листов. Вот это правда на самом деле. Изготовить. Что, голова медведя? И нахер она не сдалась. Так, кислородный баллон, отлично. Голову медведя. У меня головы там лежат все, вот в этом огромном ящике. Я пока спихал сюда хлам. Ну реально, у меня перья один, нахрена. Ну да ладно, большего не надо. Так. Окей, дальше. Чё по ластам? 6 пластика. Все. Ласты есть. Как тут? По-моему, точка. Нет. Ты. Нет. Б. Да. Просто тупо посмотрел. Как будто тифозная какая-то. Маски нового поколения. А ласты? Ну и ласты примерно такие же. Ладно. Ладно, хорошо. Твою мать. А, где-то нужна была еще бутылка. Я думал, чего мне не хватает. А на что надо? А, ну на тебя. Ну конечно. А чего ты делаешь-то? Меня же теперь... Стой, падла. Стой. Сволота какая, а, улетела. Ну, бутылка, ну пластик, логично. Пластик. Сок лианы! Не жирно тебе 4 сока лианы-то! А у меня нет столько водорослей. А я кружку выкинул. Твою мать, ладно. А пиалка это сколько вешает? Где глины? Пить из нее вряд ли, наверное, могу. 4 пластика. Обострота. А вы что все такие дорогие-то? Пусть поплавится немножко. А, у меня все доски кончились. Интересно как. Не надо. Ну хотя. Ну давай, я все равно не найду раньше. У меня надо что-то будет пить. Ну ты видел? Вот этого вот. Вот он. Ладно. Ладно, окей, будем в этом. А типа как она отличается? Там не надо бы проверить. Ну ладно, сейчас давай поспим. Давай поспим, потом проверим. Хорошечно. Так. Готовое акулье мясо. Все, у меня 5 акульих мяса. Здесь все хорошо. И что у меня сколько сока? 3 сока лианы. 3 сока лианы. Водорослей больше нету, типа. Водоросли все. Водоросли я почал. И при том... Вот гнида какая, а? Ты понял? Что творит? Собака. Так, картошка выросла? Не выросла, расти.
Я что-то хотел... Что я хотел сделать? Чё я хотел... А, при том, при всем они еще и имеют свойство заканчиваться. К сожалению. Я хотел сейчас убрать все доски, но так как у меня там очень опасный случай появляется. А прикинь, она бьет в одно и то же место. Падла с плавниками. Вот она бьет в одно и то же место. Ровно. Вот не дать не взять. Так, окей. Надо поесть и надо попить. Блин, привык уже, что бутылкой можно по несколько набрать. И тыкаю. Окей. Это, собственно, вообще не имеет никакого значения. Здесь даже, наверное, будет оно экономичнее, потому что я не буду расходовать много воды. Но бутылку надо сделать, потому что с ней гораздо удобнее, чем с вот этой вот поливалкой. Так, по еде. По еде. Сколько, вот просто сколько дает селедка? Сколько вот дает селедка? Как картошка. Вот, ну, чуть больше, наверное. Вот этот уже неплохо дает. А вот это прям вообще хорошо. Так, пойдет. Так, еще бы сделать копье. Это вот мачете мачетом, а вот копье все равно с ним сподручнее. Гораздо сподручнее. Им тыкаешь, а мачетом еще надо размахиваться. Так, веревка нужна? Нужна веревка. Еще нужно 4 доски. Все. Теперь все это дело убираю. Так, ну это ладно. Это еще хорошо, что у меня удочка почти полная. Мне ее делать не придется. А. И она мне еще очень сильно поможет. Б. Да, да. Так. Вот сюда веревку. Вот в чем? А в веревках мы с тобой нуждаться точно не будем. У меня полно пальмовых листьев. Причем вообще не за надобность, не вообще вот ни за какой. Ну-ка, ну и чё? А, ну я ни хреново так быстрее начал плавать, между прочим. Между прочим, очень заметно. Я думал, не сильно будет заметно. Ну, как это всегда и бывает, собственно. Я думал, что будет особо незаметно, но это заметно, ладно. Ладно, это заметно. Так, опять, да что ж такое-то, а? Сейчас вот давай, ребус, где? Параллельно будем от этой падлы еще отмахиваться сейчас. Давай, 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 давай. Вот собака такая. Сейчас секу. О, воздушный карман. Мне нужно где-то спрятаться. Давай, давай, до свидания отсюда. Где тут дыра-то была? О, нужная тема. Два. Три. Четыре. Вот. Где тут была дырка-то? Она же меня убьет сейчас здесь. Где она? Ага, ага. Иди отсюда! Ва. Так, надо вниз. О! Отлично, дырка! Все. Сюда она не должна заплыть. Хотя, нет, она сюда заплывет. Надо что-то пожестче. Какая же есть, вот мразь. Опа. Но это-то ладно, я от нее свалил. А мне теперь воздушный карман нужен. Прям очень неплохо так нужен. О, спасибо. Я от нее свалил, я надеюсь? Хрен, конечно, где-то плавает. Я слышу, она где-то рассекает прям. О! Да, иди отсюда. Сейчас надо от нее свалить куда-то срочно, очень сильно. Вот она. Ладно, не будем издеваться, да, я выплыву. Либо дам ей по роже, либо свалю. Я бы желательно хотел бы второй вариант, но мне кажется, он негодный ни на что. Где собака? Куда-то можно же было пройти, я же видел. Вот это тут нет ничего. Я так понял, тут нету ни проходов куда-то еще, ничего тут нету из этого. Но где-то есть что-то важное. Там опять какой-то фонарь засветился, я не знаю, к чему это. Да что ж такое-то, как же ты меня находишь-то, а? Сволочь какая. Так, допустим, Г. Что такое Г? Вот все, тут она мне точно не достанет. Давай, иди отсюда. Г. Ох ты. Спасибо. Еще одна загадка.
Ты можешь свалить уже отсюда или нет, а? Камбала! В окно она точно не сможет проплыть, по-любому. Что вот эти комнаты вообще? Ага, конечно, не сможет! Это я сюда, уже отсюда, он не выплыл, вот она-то сможет. Там какой-то фонарь где-то светился сверху. Что это за фонарь? Что это такое? Это медуза освещает путь? Или что это? Все, отстало. Но я своего труда выследить меня не составит. Кстати, это был какой-то фонарь. Где куча медуз-то вот этих плавала? А, вон там сверху. Что за фонарь-то? Это там куда? О! О! Еще Г! А что значит Г-то? Джордж? Да, Джордж пишет через Г, окей, Георг. Это собираем, это нужная штука. Сварочный какой-то аппарат. Да не надо. Твою-то мать, а тут всего чего... О! Шапка. Да? Строительная каска. Ладно. Дают всякий трэш, дают кроме нужного. Чё, приплыла эта мразь, что ли, сюда? Как меня нашла-то? Ты как меня нашла-то? Иди отсюда. Ты как меня, правда, нашла-то? Коза какая, а. Что ты творит? О! Да хватит ты. Падла какая. О, прости. А, фонарик отбрасывает! Ну все! Ну, ой, ну все! Ой, ну все! Ой, ну все! Ой, как плохо! Можно мне быстренько... О, отлично! Как знал, блин. Ух. Сейчас было бы, ну все. Фонарик отбрасывает, все понятно. Он включается и обратно выключается. Все, окей, отлично. Да, и они снова... Иди отсюда, тут уже не твоя резиденция, лохушка. Есть люди посильнее тебя. Люди, вещи, мрази. Ворона Пойнт, много дырок. Легко продвигаться незаметно. Меня больше вот это прикалывает. Где там она? Эй, вернись обратно. Она тут. Сегодня съел молоток. Вчера залез в заначку бригадира с каким-то там мясом. Красе еду не так приятно. Она ведь рано или поздно портится. Часы, которые я сперу от того горластого бурильщика, гораздо интересней. Сегодня вечером я найду что-нибудь получше. Смотри, что творит, а. Ей нельзя больше с собой сюда приводить, потому что это... Ой, это очень плохо кончится. Так же, как и то, что я сейчас, так же, как и то, что я сейчас здесь плаваю без кислорода. Подышать. Допустим, Варуна Пойнт, это, по-моему... Варуна... Варуна Пойнт, это вроде как... Да не Игрик, блин. А, Варуна Пойнт, это... А, Таганрога назывался, все. Мне казалось, что Варуна Пойнт, это как раз таки предыдущий остров, а это нынешний. Хорошо. Ой, начал... Ой! Твою ж мать! Ты-то кто такая еще? Какая-то пиранья выскочила. Я что-то мне поплохело. Там эта камбала плавает, здесь какая-то пучеглазая уродка вылезла. Вот откуда ты взялась, скажи мне? Нужен лук, мне кажется, с луком сподручнее будет здесь против вот таких вот мелких. Ты как заплыла-то сюда? Алло! Выгоните ее, пожалуйста, по-братски. Я, по-моему, какой-то баг сделал, она не должна была сюда заплывать. Это 100%, потому что она, во-первых... Да хватит! Где ты? Сюда иди. Почему я не могу ее ударить-то даже? Попади! О, интересно, как быстрее! Давай, иди, я уже уматывай отсюда. Так, мне пипец. Мне пипец. Акула свалила? Я думаю, что да. Где вход-то? Блин, надо быстрее разбираться с той рыбой. Я сначала хочу... Да что ж такое-то? Ее нельзя сюда заводить ни в коем разе. Либо здесь же ее и оставлять, потому что это какой-то беспредел просто. Вот что это происходит? Где? Тут скотина, тоже еще одна плавает. Я сюда. Смотри, что вот... Ты как сюда залезла-то? Смотри, за мной две рыбы гоняются.
Сырое мясо. Она там застряла. Она просто пролезла в эту комнату. Это так, такого не делал никто, я тебе заявляю. Акула творит какую-то ересь. Однозначно. Она там? До сих пор? Смотрите, а мне, может, в эту комнату надо? Откуда ты знаешь? Блин, мне сюда надо. Ой, какая-то лампочка лежит, энергосберегающая. Так, стоп. Мне нужно срочно где-то кислородом покушать. Где-то нужно немножко покушать кислород. Надо ее отсюда выгонять. Иди сюда. Сюда иди. Давай, вот оттуда прям залетай. Ну это все, это капец. Либо надо убивать, либо что-то с ней делать. Но я ее не убью, потому что у нее полное хп. У меня копье сломается скорее. На нее надо, наверное, пол копья. Либо даже больше. Я мачетом ее не убью, я не успею даже размахнуться, она меня убьет сама. Ну, давай, бить ее, что? Делать нечего. Давай, иди сюда. Потому что с ней тут жизни никакой не будет. Вот где ты? Кто что-то за платье медузы должны были остановить, уродка. Ну вот что, смотри, что происходит. Она очень быстро разгоняет здесь. Здесь маленькое пространство. Она не дает мне степень для разгона. Вот степень, говорю, ты понял. Тут было все это время... Блин. Здесь все это время была дыра. Я такой внимательный. Я такой внимательный. Ладно, вроде в том... Нет, там были какие-то ресурсы, но я так понял, они не особо важные. О! Еду дали. Вот уже неплохо. Вот уже хорошо. Ну, это тоже соберу. Доски, да. Ну, доски, железная руда тоже нужная. Тоже нужная вещь. Ну, смотри, что происходит, а. Нужно либо перезапускаться, либо что-то делать, потому что... Я не знаю, она там-то заспавнится, нет? Типа, ну я, окей, даже если я не буду перезапускаться, я просто уйду отсюда. Да 100% же нет. Ну, как бы это не должно так быть. Там-то что-то есть. Да вряд ли, вроде все исследовал. Ну, в этом месте. Возможно, там с других комнат каких-то нужно, можно будет подняться. Собственно, пора заканчивать уже. Где-то вот соберу. И в другую комнату полезу. Взял какую-то лампочку. Я даже... Я, может, посмотреть-то я, может, и посмотрел, но я не помню, что я конкретно подобрал. Смотри, что делает, а? Сволочь. О, воздушный карман, неплохо. И рыбки. Воздушный карман и рыбки. Все, пожалуйста, не иди за мной. Ванная. Ну, здесь в основном ресурсы это такие, знаешь. Как и всегда, как и везде. Ай, вас можно бить? Нет, вас бить нельзя. Думал, еды наберу. О, у меня все по идее плохо, кстати. Максимально причем. Ну, я набрал какого-то ужаса. Ой, я прям правда... Я прям... Как это происходит? Откуда ты тут взялась? Вот что это? Как ты там вообще появилась-то? Мать, ты что творишь-то? Так, это куда? Это тоже куда-то какой-то в эту, примерно в эту сторону. Я не понял, а это что дает? Куда дает этот проход? Никуда? Просто так? А, нет, ни хрена. Нет, просто так. Или ни хрена? Просто так. Зачем оно было? Ладно. Вот это посмотри, что творится. Она что, она меня не отпускает уже? Сволочь какая. Ну то я ее завел сюда, извините. Теперь будем терпеть общество нашей дорогой подруги. О! Еще одна. От одной напасти не можем никак избавиться. Тут еще вот теперь эти рыбы-клоуны пришли. Спасибо. Что происходит? Ну убей ее. Все. Она куда-то... Твою ж мать. Ты что, ко мне приклеилась, что ли? Или что? Что тебе надо от меня? Отстань. Дай мне воздушный карман подышать. Ну ударь ее уже. Она мясо какое-то дает хоть? Сырое мясо дает.
Ух, я уже даже не по... Я запутался, честно признаться, куда мне и зачем надо. Какими-то воздушными карманами перемежаюсь. Вот что это? Деталь для прожектора. Чтоб ты понимал, никакого прожектора я не находил. До которого нужны детали уж точно. А, наверное, слушай, это тот прожектор, который... ну, ты понял меня. Угу, ты понял меня. Который мелькает. А детали помогут его сделать, чтобы он не мелькал. В принципе, это логично. То есть проход будет открыт, и акула сможет ко мне про... Я просто уже рассматриваю такие случаи, потому что это какой-то трэш. Такого быть не может. Вот никто так бы не сделал. Так сделал только я. Я гений, мне кажется. Я завел акулу в дом. Ты можешь так сделать, а вот я могу. Так, это что, получается, все? Наверное, слава богу, потому что времени уже много, надо заканчивать выпуск побыстрее. Здесь, я не знаю, где просто проход в никуда. Что делать с вот этой мразью, которая у меня в соседней комнате? Я вот тоже без понятия. Она же здесь? И она уже где-то в другой... О! Где тут я не был? Ванная комната. Тут тоже ничего нет, судя по всему. Да, окей. Тогда дай я подышу. Вот где? А где она? Она, походу, слушай, заплыла в текстуру. Возьму не лишнее. Крюк дому. Ни хрена себе тут их. Короче, все, если я обеспечил, можно уже не брать их никогда в жизни. Быстрей! Ну-ка, подожди. Ты что ли? Нет, не ты. Ладно. Так что тогда? Нахрен мне этот прожектор? Это детали для прожектора. Подожди. Где-то еще может он есть? А, ну да, конечно, вот он. Тебя 4 взяли для прожектора. Я сколько подобрал? 2 всего, по-моему. 2, да. 2 детали для прожектора. Их надо 4 всего. Тут мы были? Не, не могли. Подожди, а на что должен видеть вот этот прожектор? На что он светит? Я ничего не понимаю уже. Не то, что не понимаю, очень много всего. Он перенасыщен, этот остров, он что-то какой-то сильно загруженный. Нужно и ключ, который... Нужен ключ от... как его называют-то? Короче, от подъемного крана, от журавля. Нужен ключ от какого-то хранилища. Я уже даже не помню, где оно, кстати. Где-то какие-то ворота. Все, акула там! Акула там! Может, как-то ее можно вызвать, мне даже жалко ее стало, она там застряла. Ладно, с перезапуском это решится. Окей, ладно, здесь что, сейчас быстро, быстро. Она сожрала всю картошку, я же ее не собрал. Твою мать, они сожрали всю картошку. Бух, ладно. Так, у меня еще 6 болтов внезапно образовалось. Охренеть, ну это да ладно, это полезные вещи. У меня образовалось 2 железных руды, у меня образовалось 2 головы удильщика какого-то. Луч света в темной комнате. Конечно, этот луч света откусит тебе все, что у тебя ниже пояса. Потому что выше он не достанет. Но и этого нам хватит. Так, какие-то посылки. В посылках, по-моему, чертежи какие. Я не помню уже просто. В посылках вроде как какие-то чертежи. Кто? Мотивационная цитата. Спасибо. Помогите его на куле лучше. Ей сейчас как никогда нужны эти мотивационные цитаты. Так. Есть кепка, есть что-то еще. Что еще есть? Есть биотопливо. Ну ладно, будем копить, потому что когда-то же у нас должен появиться. Есть, кстати, нифига себе, соклианы. Есть 7 водорослей, которые надо переплавить. Хотя не буду, пока они нужны и в чистом виде, как оказалось. Есть камни, есть руда. Куда ты, это доски? Есть железная руда. Есть веревки, неплохо так. Биотопливо, биотопливо. Угу. Это вот сюда, вот биотопливо, собственно. Камни. Камни. Что делать с камнями? У меня картошка приготовлена внезапно, так. Это где ее? А, в сундуках, наверное. Камни у меня где? Камни у меня где всякий хлам лежит. Ненужный абсолютно. Мясо положу, пусть готовится.
Да, тут камни. Охренеть, у меня 28 камней, мне куда столько? У меня 28 стекол, мне куда столько? Что я буду делать? Ну, наверное, когда-то что-то буду. Так, у меня остались шарниры. Так, шапка, которая кепка строителя. Каска, которая вообще-то, в принципе. Маска еще одна. Вот этих вот голубей. Пум, каким же... Смотрел на перья. Не попал, кстати, даже и так, потому что это чайки, а не голуби. Окей. Окей, хорошо. Это железо зиток. Ага, все, ладно, это выложу. Там в одном сундуке все лежит. Вот в этом. И шарниры. Ну все получается. Подожди, сколько у меня досок? А, слава богу, ладно, у меня 40 досок есть. Я что-то просто труханул, думаю, чего? В общем-то, ладненько. Давайте тогда на этом заканчивать уже, потому что уже сильно много времени сегодня с тобой прошатались. Бутылку я так и не сделал, к сожалению. Сейчас напьемся водой. Сколько? 3 кружки выпил. Сразу пополним. Сейчас, на это потратить время, но ты понимаешь меня. Но ты меня понимаешь. Отлично, отлично, все. Насчет водорослей. А, водоросли, наверное, надо убрать. Тут есть свободные места вот в этих вот ящиках? Есть, отлично, я сюда их уберу. Нет, надо, где руда лежит. Великолепно, кстати. Как раз такие вот так вот еще будет прям... Вот, интересно. Отлично, все. Тогда давайте на этом заканчивать. Если вам понравилось... И мясо приготовилось, да? Вообще великолепно. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и пишите комментарий. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзен, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть самые новые ролики. Всем встречи в рафте других друзья. Пока.